Всем привет! Пришла очередная хреновина, точнее пришло две хреновины. Здесь кабеля microUSB. Этот провод я уже заказывал, и заказал у этого же продавца еще два проводочка, потому что остальные, которые заказывал до этого, накрылись. И тот, который я заказывал этого продавца, еще живет. Так что давайте рассмотрим. Посылка дошла за где-то за 30 дней. Новый пакетик даже купил. Проводочки очень хорошие, длинные, во-первых, и во-вторых, очень крепкие. Вот такие у нас проводочки. Я думаю, что они оба работают, проверять я их не буду. Если что, я напишу или открою диспут просто банально. Очень классные провода. Здесь сколько? Полтора метра где-то проводочки. Такие вот плоские, очень крепкие. Вот такой же зеленый у меня приходил. Так что ссылку оставлю в описании. Заказывайте, если вам нужны провода. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забываем про сервис backly.ru. Ссылка тоже будет в описании.